Смешинка в детском саду. Смешинка номер 42 в детском саду. Сегодня я пойду в детский сад. Ждут в саду меня игрушки, ждут друзья и ждут подружки. К нам опять пришла смешинка, говорит друзьям Маринка. Рады мне Алёша, Коля, Миша, Ира, Вова, Оля, Таня, Настя, Игорь, Маша, Аня, Саша и Наташа. Будем делать мы зарядку. Раз, два, три, четыре, пять. Упражнение по порядку. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Считать постой. Где же Сеня? Он шестой. Где же Сеня? Дремлет Сеня. Ты чего лежишь? Я тренер. Разве тренер не делает зарядку? А вы, ребят, как думаете? Ладушки, ладушки, с мылом моем ладушки. Чистые ладошки, вот вам хлеб да ложки. После завтрака у нас занятие по труду. Мы будем вырезать кружочки и наклеивать их на картон. Мы немножечко картона попросили у Антона. Но не понял нас Антон. Спрятал за спину картон. Да он жадничает. Ну и пусть сидит один. А мы будем рисовать. Вот беру я карандашик. Раз и два. Стоит порошок. Антон берет резинку. 3-4. Стер картинку. А ты, Антон, оказывается, еще и вредный. Я не вредный, я рассерженный. Зачем ссориться? Возьми молоток и строй дом, а мы будем тебе помогать. Ого. Строим дом, огромный дом. Заживут игрушки в нем. В этом доме есть больница, куклы будут лечиться. Вот таблетки, вот микстура, у кого температура. В доме есть универсам, покупай, что хочешь сам. Все развешено в пакеты, вермишель, мука, конфеты. А для супа, а для щей, что же взять из овощей? Или нам сварить обед из варенья и конфет? Нет, Антоша, нет и нет. Щи и каша на обед. И компот. Вот. В ателье для куклы Кати мы сошьем горошек платье. А котенку на все лапки смастерим из меха тапки. Котик Вася поплеши, нас немного посмеши. Мяу. Да и мы с тобой попляшем в хороводе быстром нашем. Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! А теперь гулять пойдем, говорят подружки. Но сначала уберем все свои игрушки. Мячик в ящичек скачи, там лежат у нас мячи. Куклы, зайцы в уголок, там ваш домик, теремок. Все игрушки мы убрали, коврик четкой подмели. Крылечко в пары встали, подравнялись и пошли. Детский сад идет в строю, все молчат, а я пою. Я на то имею право, я сегодня запевал утром попору, запевал утром попору. Солнце село на пенек, вот и кончился денек. Ах, как быстро день прошел, удивляются ребята. А почему?
потому что мы целый день трудились. До свидания, игрушки, до свидания, детки, подружки, друзья. Отправляемся домой, завтра садик выходной. Конец замечательного диафильма. Подписывайся!